самое, я в Колпино, рядом с музеем. Смотрите, какой огромный якорь здесь. Это просто такая махина. Вот я вам сейчас покажу. Смотрите, вот я кладу на него руку, да? И вот я вам покажу, как это выглядит издалека. То есть вот, смотрите. Вот, я не знаю, видно, не видно. Вот, грубо говоря, вот мои коленки. Вот здесь я стою. Он мне практически по пояс. Вот это вот одна из лопастей. И вот, смотрите, зацените масштаб. Первый раз вижу такой огромный якорь. Это, наверное, от какого-то, ну, просто очень мощного корабля. А вот здесь, смотрите, поменьше якори. И вот такой вот мотор. О, с лопастями. А что за музей? Это ОАОй жесткие заводы. Музей открыт по рабочим дням с 9 до 17. Итак, что же это? Это служебный вход, подъезд номер 5. А, то есть надо еще записываться на экскурсии по телефону. Будет обязательно сходить.